Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Гениальность Марвел в том, что из их фильмов складывается общая шахматная партия. Каждый персонаж — фигура со своей ролью. Все зависит от того, как ей уходит. Моей повезло войти в число тех, кто принял бой в самой Ваканде. Кэп находит ключ к сердцу Т'Чалла и заставляет его довериться чужестранцам. Ему кланяться надо? Ну да, он король. С ума сошел. У нас тут не стоит, это лишнее. Мы видим, что Ваканда может дать Мстителям. Им нужна помощь и поддержка в устранении вселенской угрозы. Конечно, Ваканда. Ваканцы в этом плане лучшие союзники. Помните, вы в Ваканде. Пришло время объединить силы и победить. Киновселенная Марвел уникальна и огромна. Здесь и Стражи, здесь Тор, и его асгардцы, не говоря уже о жителях Ваканды. В фильме они объединяются против общего врага. Потрясающе. Словом, ура Ваканде, ура нам. И бомбы! Мы сражаемся не за кого-то одного. И бомбы! Мы сражаемся за всех. Марвел представляет «Мстители. Война бесконечности».